Детарт – отличное место для старта карьеры. Мы будем рады видеть начинающих IT-специалистов у нас на разных направлениях по разным специализациям. Выбирайте себе по душе направление и стартуйте вашу IT-карьеру с нами. Попасть в практикантскую программу DataArt не так сложно. Для этого необходим хороший разговорный английский язык и базовое знание технологии. Какими знаниями нужно обладать для практикантской программы? Я сюда пришел с хорошими базовыми знаниями, но что такое веб-программирование, я практически не знал. Поэтому пришлось многое изучить. Те ребята, которые приходят к нам на практикантскую программу, они обладают теоретическими знаниями, но им не хватает именно вот практического опыта. И наша задача как менторов – это как раз показать, как работать в команде и в настоящем проекте. Мой проект – полноценное веб-приложение с использованием Angular и ASP.NET Core. Чем я занимался на практике? Я работал над созданием веб-приложения для управления учениками в секции по боксу. Впоследствии готовое приложение было переписано в микросервисную архитектуру. Понимание архитектуры – хороший фундамент для карьеры разработчика. Я осваивал новые технологии и инструменты, учился работать самостоятельно, задавать правильные вопросы, гуглить и критично относиться к своему решению. Практиканскую программу ходят разные слухи. Говорят, что это такое легкое и необременительное времяпрепровождение. Пришел на пару часов в офис, написал пару строчек кода, пофиксил баги, надоело – ушел. Это неправда. Все наши практиканты трудоустроены в компанию с первого дня. Это наши сотрудники. Они прекрасно понимают, что несут ответственность за свою работу, и она оценивается ментором, а также технологическим сообществом. Что еще? Еще про практиканскую программу говорят, что это бесплатно. Это неправда. Все наши практиканты получают достойную компенсацию. Кроме того, у них есть доступ к обширной библиотеке внутренних курсов и возможность изучать английский язык внутри компании. А еще про практиканскую программу говорят, что за 3 месяца ты можешь вырасти до уровня крепкого джуниора, который готов самостоятельно работать в любом коммерческом проекте. И вот это правда. Если это так, присоединяйся к нашей команде. Будем расти и развиваться вместе.